Ну что же, я буду рассказывать про Инстаграм, потому что мы выбрали Инстаграм как основную площадку своего развития. Есть уже, как сказал Георгий, социальная сеть ВКонтакте, есть Фейсбук, есть Ютуб-каналы. Но по своему опыту, опять же, я тестила все эти каналы взаимодействия в режиме работы офлайна. Лучше всего зашел Инстаграм. И я думаю, что ни для кого не секрет, что очень важно делать фокус на что-то одно. И мы сделали фокус на Инстаграм. Что такое Инстаграм? Это визуалка. И, наверное, первое, что вы должны сделать, так же, как в обычной жизни, первое впечатление, оно формируется за 7 секунд. Вы должны зацепить своей картинкой. Что на картинке? Вы, ваш внешний вид. Неважно, что, магазин ли вы одежды, продаете ли вы товары, услуги, тортики, все равно центровая фигура должна быть в вашем Инстаграм. Торты, трусы, шляпы, они не умеют разговаривать. Люди хотят слышать человека, они хотят слышать его истории из жизни, они хотят, чтобы эти истории вы спрашивали у них, что с ними произошло. Призыв в действиях в комментариях, он обязателен. И когда у меня спрашивают, а какой контент писать, что же делать, да, те стилисты, которых я обучаю, я всегда предлагаю пойти самым простым методом. А вы спросите у своих подписчиков, что им интересно. И, казалось бы, самые простые, очевидные вещи, которые вам кажутся, что они очевидны, ну как же, это же вот проходится там в первом классе нашей школы. А на самом деле для людей это проблема. И когда вы начинаете отвечать на эти вопросы, вы становитесь интересным. Таким образом, вы делаете классный мост между собой, клиентом, формируете некий формат доверия. Такой натуральный, настоящий формат доверия. И на самом деле очень много инструментов, и вам это расскажут и в Акселе, и в каких-то дополнительных курсах, программах, и как сторис снимать, и какие сейчас форматы самые популярные. Опять же, это все меняется очень-очень быстро. Я могу от себя сказать одно. Первое — это визуалка. Второе, это классный контент, который интересен вашим подписчикам. Не вам, о, меня вштырило сейчас, как я забабахаю пост. А с чего вы взяли, что этот пост интересен вашим подписчикам? Это же вас штырило в этот момент. Вы поинтересуетесь, что от вас люди хотят. Тогда он будет классным. И третий момент — это всегда действовать с открытым сердцем во всем. Это касается и бизнеса, и взаимодействия с вашими клиентами, которые уже оплатили ваше обучение. Всегда должно быть открытое сердце, всегда нужно доводить до результата. У нас, кстати, доходимость до результата 95% по окончании курсов. Я что-то не знаю этих 5%. 95% доходимость до результата. И в Инстаграм это то же самое. Открытое сердце, классные вопросы, заинтересованность своих подписчиков. И если вы будете заинтересованы в ваших фолловерах, то фолловеры будут заинтересованы в вас. Да, я вот как завершение вам хочу сказать, это на самом деле как в студенчестве. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Здесь то же самое абсолютно. То есть вы работаете на свой бренд определенное время, первое время. Потом у вас прям как снежный ком это все пойдет. Вот прям сразу это все начинает крутиться гораздо быстрее. Прям в геометрической прогрессии, вот серьезно. То есть чем больше подписчиков, тем больше продаж, тем больше вовлеченность, тем больше известность, тем больше аудитория именно на вебинарах. Ну, соответственно, тем больше ваша школа, тем масштабнее вы. Вот ну, еще сейчас я прям момент еще добавлю. Есть понятие контент-плана, о котором говорят SMM-щики, маркетологи. Вот шаблоны работают не всегда. Каждый девятый пост должен быть продающим. Мое ощущение по своей работе, со своим аккаунтом, его развитием, я занимаюсь самостоятельно, нельзя ничего отдавать никому, потому что лучше вас никто не напишет тот текст, который знаете только вы, как написать. Не обязательно каждый девятый пост должен быть продающим. Не обязательно каждый третий пост должен быть про что-то личное. Задавайте вопросы и обязательно отвечайте на них. Если вы задали вопрос, дайте обратную связь, потому что люди от вас этого ждут. Покажите им свое уважение и заботу о них. Приходите на бесплатный вебинар от основателя акселератора Дмитрия Юрченко и Сергея Капустина. Регистрируйтесь по ссылке ниже. Расскажут всю изнанку онлайн-бизнеса.
И я от себя хочу добавить очень классный лайфхак. Вы же дальше пойдете в онлайн-бизнес, и этот вебинар мне очень сильно помог выстроить грамотную структуру своих продающих вебинаров, которые конвертят очень круто.